Сегодня у нас очень вкусный шоколадный десерт. Приготовим мы его за 5 минут. Молоко, кукурузный крахмал, шоколад и кусочек сливочного масла. Вливаем молоко. Молоко берите пожирнее. Кукурузный крахмал. У меня здесь 2 столовые ложки. Такие с верхом, полные. Пока еще молоко холодное, нам надо размешать, чтобы не было комочков. Крахмал вначале оседает на донышко, слегка прилипает. Очень быстро, вот за пару секунд, отклеится от донышка и полностью размешается с молоком. У меня 200 грамм большого такого шоколада. Я его буду на кусочки ломать. Шоколад берите такой, который вы любите. От шоколада очень сильно зависит вкус вашего десерта. Я люблю брать шоколад 50-60% содержания какао. Помешиваем нашу массу. Доводим до загустения на медленном огне. Можно добавить щепотку соли для усиления вкуса. Здесь у меня 1/4 ложки чайной. Вот сейчас начинается процесс загустевания. Вы видите, появляются такие небольшие комочки. Вот так довели до кипения. И сейчас вот так интенсивно мешаем. Выключаем огонь. Смотрите, консистенция прямо на глазах становится более гладкой. И добавляем сюда кусочек сливочного масла. У меня 70 грамм. И все вместе перемешиваем. Вы можете также добавить немного ванилина. Масса получается эластичная, гладкая. И благодаря кусочку сливочного масла, ну, очень блестящая. Сейчас прямо вот эту горячую массу мы будем выкладывать в порционные стаканчики или формочки, что у вас найдется. Стаканчики у меня по 100 миллиграмм каждый. Теперь чайной ложечкой доверху докладываем. Я накладываю до самого верха стаканчиков. Видите как? Можно также одной ложкой накладывать, второй себе помогать. Делаем это пока еще горячее. У меня получилось 6 стаканчиков. Охлаждаем до комнатной температуры и отправляем в холодильник для застывания. Берем печенье, вот такое обычное, которое легко вот так ломается. Измельчаем его в крошку любым удобным для вас способом. Вот из холодильника мы достали. Ложку я вот так немножко просовываю и, смотрите, вот так поддеваю. И он начинает уже выходить. Вот так немного можно ложкой. Немного. Оп! Вот я вдоль краешков по кругу так прошлась. Теперь ложку подальше. И вот так вот, смотрите, подальше. И отвожу, видите? Немного подтягиваю, легонько. Вот. И дальше трясу. Оп. Нарезаем каждый стаканчик пополам. Обваливаем в крошки из печенья. По бокам сверху и снизу. Снизу надо, чтобы не прилипало, когда вы будете ставить на форму. Вместо крошки печенья это могут быть орешки. Кокосовая стружка, какао-порошок, сахарная пудра. Выбирайте, как вы любите. У десерта получается плотная консистенция. С очень шоколадным вкусом. Тает во рту. Сахара тут в меру. А может, вас заинтересовал вот этот молочный десерт? Ссылка вверху. Вкуснотища. Получается, из 200 грамм шоколада у нас их получилось в 3 раза больше. У меня на канале есть еще один такой же вкусный и простой шоколадный десерт. Ссылка вот она вверху. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!